Но ты все-таки пришел, дружище, на мой ролик. Я надеюсь, я скучал, а может, не скучал вообще. Пофиг, как обычно, тут я и мое скрипучее кресло. Усаживайся поудобнее. У нас сегодня ламповый выпуск про яйцо. Это бездонатный аккаунт, который я развиваю с нуля. Сегодня у нас будет прокачка, открытие ништяков и штурм каких-нибудь локаций. Я надеюсь, тебе понравится. И давайте будем не забывать про традицию и поставим, ёлки-палки, лайк. Вот, кто ждет яйцо, кто хочет яйцо видеть, ребята, почаще, поддерживайте все дело лайком. Чем больше лайков, как вы знаете, тем больше шанс, что мне с бесплаточки возьмет и упадет какой-нибудь крутой друзья-герой. Так что полетели. Та-та-ра-та-ра, шо у нас тут с яйцом, да, я вам показывал, уже новая гильдия у него. И на самом деле на БГ я тут не самый плохой, я 55 место занимаю, а за мной еще целых 2 человека, и еще 1, 2, 3, 4, 5 говнарей, которые не прошли битву гильдии. Так, что вообще, что у нас вообще по аккаунту? А вообще самый надежный спонсор моего канала — это мой телеграм-канал. Беспонтовые инсайды о моей жизни. Вообще ни о чемные голосовые сообщения. Постоянная публикация всего контента, который я произвожу со всех каналов. Тут будет неинтересно. Не подписывайся и даже не смотри на ссылку в описании. Мой телеграм-канал — самый надежный мой спонсор. Ой, спасибо спонсору. Шоп, я без него делал. Вообще у нас тут бесплатная попытка. Дальше заходим сюда, яйца эти тоже забираем. Забираем. Так, в комментариях пишем, о какой игре видос снять. Может быть, Android игрушку, обзор какой-нибудь. Че сегодня постримить вообще? Че сегодня за день? Сегодня среда, да. Мы что-то можем постримить, кроме битвы замков, друзья. Так что же, давайте пишем больше комментариев. Помогаем. Помогаем продвигать видео. Бесплатно меняем талант. Зарабатываем 300 самоцветов. У нас, кстати, уже на яйце, между прочим, 8000. 8000 добра. А, я вам не сказал, кого я буду прокачивать. Как вы знаете, я тут штурмовал в прошлый раз. Не забывайте про плейлист видосов про яйцо. Короче, штурмовал я, знаете что? Древнее испытание. Вот, 21-ю. 21-ю надо пройти, и мне там не хватает дебафера. Дебафер. Кто у нас есть из дебаферов? Кого же прокачать? Давайте посмотрим. Может быть, все-таки прокачаем Анубиса? Наносит урон равный 95. Это все неинтересно. Вот, короче, прокачаем тогда, зачитаем. Вот, что сейчас тут? У него первый уровень умения. Ой, что у нас по ништякам? Ой, смотри, у нас тут гнезмоцветы есть. Ой, у нас тут еще... Воу! О, ваши подарки. Ой, о-о-ля-ля! Посмотрите, невероятнейшие ништяки на бездонатном аккаунте. Оу! Спасибо, IGG! Ну, вообще, на самом деле, сейчас утрирую, потому что бездонатные аккаунты сейчас реально получают много ништяков. Тут уж не поспоришь. Так, это мы тоже откроем, чтобы, знаешь, склад там не стопорился всякими какашками. Так. Опля! Ну, как бы на яйце, кстати говоря, опля-опля, но на яйце кулачков больше, чем на основном аккаунте. Как бы это странно не было. Мифическая карта героя. Давай, что нам? Что? У нас, кстати говоря, вроде до сих пор нету стрелка. Да, давайте стрелка выбьем. А? А? Нет, не получилось выбить стрелка. Дальше базар, рулетка удачи, императорская кузница. Вот эти фонарики желаний, про них нельзя забывать, а то я их не открою. Тут, конечно, уже дальше все идет за донат. Ну, шо поделать? Мы тут можем желать что угодно, да, но мы ж не будем донатить на яйцо. У нас же золотое правило, то, что у нас яйцо играет без доната. Вообще ни одного задоначенного самоцвета, понимаете, друзья? Так, конечно, мы тут иногда точечными вливаниями в аккаунт его бы поддержали конкретнейшим образом. Вообще, у нас есть самоцветы, хотелось бы до Анубиса взять, подправить какие-нибудь созвездия. Потому мы заходим сюда, допустим, созвездия. Ну, смотри, тут у нас еще все неплохо, да? Тут у нас все неплохо.
Дальше Феникс, Созвездие. Тут, в принципе, тоже все неплохо. Сколько у нас карточек? Карточек 14, ладно, экономить будем. Фрея, Созвездие. Ну, тут точность и уклонение, ну, как бы, тоже все неплохо. Фрэнки, точность, крит удар. Слушай, ну, тоже, в принципе, все неплохо. Вот с ворожеем, помню, грусть. Вот, смотрите, у ворожея прям вообще грустно все. Вот у ворожея прям вообще грустно все. И давай, давай ему попробуем пятый уклон сделать. Слушай, походу видео будет сегодня долгим. Так. Вообще, конечно, возможно, я сейчас зря в эту движуху вписываюсь, потому что нам бы как бы Анубис... О! Пятый уклон. Нам бы как бы Анубису что-то вообще достать. Но я думаю, что на двух героев хватит. Вот сейчас уже можно четвертый уклон получать, если что. О! Пятый уклон. Так, 165 самоцветов. Давай, пожалуйста. Рандомчик! Помоги бездонатному аккаунту. Третий, второй это не катит. Так. Тоже не катит. Слушай, вот сейчас все. Все, пошел затуп. У рандома. Ну, тыщенку еще потратим. Даже, смотри, даже четвертые уклоны не падают. Это как бы... Нет, это все-таки проклятие какое. О, пятый. Пятый. У нас три пятых уклона. Еще второй. Ну, давай, короче, пока так оставим. Ну, это лучше, чем было. Дальше у нас Ронин. Ну, у Ронина еще все нормально. Ну, Сноузила как бы... Сами понимаете. Вот у тыквы вообще... Да, кстати, надо было еще тыкву уронить. Ну, у тыквы сами видите, что вообще уклонов нету. Давай, я не знаю, попробуем ей долбануть за карточки. Может, тут уклон поймаем. Крит. Ну, четвертый, давай уже пятый. Две точности. Четвертый уклон второй раз падает. Снова точности. Но это издевательство. У нас тут карта не осталась толком. Ведь могли бы без доната мы побольше давать. Вот кому не везет, так это тыкву. У него, считай, вообще уклонов нету. Ладно, переходим непосредственно к Анубису. Что у нас тут, что тут еще у нас остается делать? Ну, давай ему сразу максималочку. Мы ж крутые ребята. О, вот это вот можно сразу. Опа. Так, и давай-ка. Опа. Очень хорошо, что у нас тут дофига этой фигни. Дофига фигни, да? Ладно. У нас 10 умение. Сразу мы ему... Ой, можем даже второй талант открыть. Давай сразу мы ему огненку прокачиваем. Огненку прокачиваем. Как можем, так прокачиваем. А мы можем на максимум прокачать. А почему? А потому что можем. Просвет мы... А, слушай, у него сотый просвет. Мне даже тут мучиться не придется. Не знаю, что. Давай ему ремку какую-нибудь, наверное, всунем. Которой у нас нету. Давайте ему всунем ремку, которой у нас нету, друзья. Ну а что? Чё бы не всунуть ремку? Ремку, которой нету. Ну, все же так делают, да? Эволюционировать. Ой, сразу, не знаю, вот так вот сделаем. Купим. Повторок, конечно, нет, но есть КГшки. Мы даже получаем книжки. Первая эволюция у нас прошла, дамы и господа, успешно. Так, сейчас мы сделаем быстро вторую эволюцию. Ой, эти книжки потратили. Да, все, золотые книжки. У нас их 5000. Мы крутые. Заканчивается золото. Но с золотом у нас... как бы... Хотя проблемы, в принципе, скоро могут настать. Но пока что они не настанут. Потому что у нас есть оно. Многие тоже спрашивают, откуда оно у тебя? Вот, ну, вот
Те же фонарики желаний вы там можете выбрать золото, и вы получите там золото. То есть я сейчас тоже что-то выбрал, то ли ману, то ли золото. Вот так вот и живем. Эволюционировать повторок нету, используем КГшки. У нас теперь вторая эволюция, дамы и господа. И снова берем, прокачиваем, используем здесь две книжки. Дальше используем золото. Ай, снова, смотри-ка. Сари, снова. Снова золото закончилось. Ой, а мы же еще судьбу будем прокачивать. Ух, те божечки. Так, Анубис. Усовершенствовать. Да, деточка. Да, улучшить навык. Добавить опыт. Давай уже избавлюсь от каких-то книг. Так, это мы 140-й делаем. Это мы делаем 160-й. Это нам снова не хватает ресурсов. Ну, мы не сдаемся. Мы не сдаемся. Усовершенствовать. Так, и что у нас тут? Опачки. 180 уровень. Это значит, что мы добиваем до 200-го, тогда мы сможем начать прокачивать прорыв. Как вы знаете, для прорыва у меня ресурсов на самом деле огромнейшее количество. Их уже накопилось, там около 20 тысяч, наверное, камней пламени. Но, ребятушки, друзья, где они у меня вообще? Но, ребятушки, вот, 17 тысяч. Но все равно я не тороплюсь там никого на максимум прокачивать. Сначала вот я качну всех там основных героев, сделаю им 10-й прорыв. Вообще всем, наверное, героям сделаю 10-й прорыв, а потом уже нужных точечно буду там прокачивать до 15-20. Ну, может, как-то так, не знаю. Ну, надо еще думать. Но пока что откапливаю, пока что не трачу. Потому что, ну, хотя вот сейчас Анубиса мы долбанули, да, на максимум. Следующий у нас, не знаю, кто пойдет. Может быть, дуэлянт пойдет все-таки для бездонатного аккаунта, почему нет? Оккультист, Фобус, дуэлянт, да? Седна. Опять же. Седна. Ну, то есть, вот этих еще четырех героев нужно будет прокачать. Бугимена. Как минимум, это 4 десятых прорыва. Но, в принципе, конечно, хватает ресурсов и сейчас кому-то там уже начать основным героем 15-й качать. Но пока что мы придерживаемся такой линии поведения. Ребят, пока что мы придерживаемся такой линии поведения. Опять же, Купидона можно... Ну, хотя Купидон сейчас особо-то нигде не нужен. Триант. Афину, да, у меня на битве гильдии используется. Ладно. Что у нас тут? Мы берем. Давай ему прорыв тогда прокачиваем. Воспламенение. Авто. Давай, погнали. Сейчас потратятся все наши книжки. Или может уже сразу брать там всех до 15 уровня докачивать. Ну тогда у меня, конечно, все быстро кончится. Вот не знаю, знаешь, все-таки такое... Когда играешь на бездонатном аккаунте, появляется такое чувство хомячества. Такое типа... Мне жалко тратить. Понимаете, вот это вот... Вот эта вещь появляется. И она достаточно неприятная. О, но прорыв, опять же, нужен, да? Чтобы там герои дольше держались. Чтобы герои там лучше держались. И вот это вот все. Здесь нам еще нужно созвездие прокачать, да? Со снаряжением. Так, у нас уже 5-й прорыв. Сила, кстати говоря, не особо увеличилась. Пока что она увеличилась на 2000 только. Но опять же, не забывайте, во-первых, Анубис был уже прокачан на 200 уровень. У него 100-й просвет. Да, с чего бы ему там сильно силу увеличивать, да? Так что там, я думаю, максимум там до 165 тысяч дойдем. Так, тем временем у нас уже 7-й прорыв. Мы, ребята, молодцы. Мы крутые перцы. У нас все хорошо. 8-й прорыв. Сейчас будет 9-й. И там уже, конечно же, 10-й. Может быть, на стриме возьму там каких-то нужных супергероев, прокачаю до 15-го прорыва. Не знаю. Вот пишите в комментариях, что советуете. Потому что, по сути, У меня, скажем так... Эй, стой! У меня просто эти камни лежат сейчас без дела.
А когда я там доберусь всех остальных героев прокачать, неизвестно. Так, Анубис уже у нас красавчик вообще. Я помудал. Если... Я помудал бы, друзья. Если бы был стрелком. Так, или Фрей. Ладно. Анубис. Дальше. Руны. Тут все понятно. Сотый просвет. Молодцы. Аугментацию снаряжения улучшить. Снова нам сейчас, наверное, не хватит книг, да? Ну, точнее, книг-то хватит. Вот этой вот энергии. Для... А, слушай, всего хватило. Так, используем. Папа-раба, плюс 162 единицы силы. Со звездиями, как вы видите, все достаточно грустно. Так, чару. Что-нибудь на жизнь. Слушай, у нас 511 этой фигни. Дает 19% крит шанса к бою, когда проходит критический удар, наносит чистого урона вражескому герою самым низким уровнем здоровья. Казнь. Ну, типа нет. Мне что-то надо на здоровье ему. О, увеличивает здоровье на 35% в бою, при атаке восстанавливает... Ну, давай хоть так. Давай, как говорится, хоть так. Так, тут у нас все четко. Это суперсила у Фрэнки, допустим. Ну да, у всех обряд лечения, священный суд. Мы, ребята, скромные. Дальше. Ой, подожди. Вот у нас созвездие. И вот тут сейчас начинается свистопляска. У нас 5500 самоцветов. Ну и, соответственно, конечно же, мы будем сюда искать уклон. И мы надеемся, что, ну, хоть как-то соберем. Ну, вот что-то как-то... Походу, вы знаете, погнался за двумя зайцами, ни одного не поймал. Вот походу здесь будет аналогичная история. То есть там что-то как-то ворожаю паролил. И как... Два раза четверка упала. Ворожаю как-то паролил. Не, походу надо все просто. Типа упало... О! Упала четверка, оставляй четверку. Лучше там несколько четверок, чем полные созвездия всякого говна и все. Ну, типа, упала четверка, оставляй четверку. Упала пятерка, оставляй пятерку. Ну, потому что вот без доната ты даже не можешь себе позволить там первые две пятерки выбить, а потом четверки. Потому что ты рискуешь тем, что у тебя вообще как бы нихера не будет. То я думаю, надо вот четверку нужную поймали, все, идем дальше. Там дальше пятерку поймали, считай, повезло, да? Да, хотя даже если дальше там третья четверка упадет, то считай, тоже повезло, потому что ты играешь без доната, ты несчастный человек. Видишь, у меня уже 2000 самоцветов остается, у меня как бы ничего не получается. Эй! О! Вот это прям мой день. 1700 самоцветов. Вот это, Вася! Ну давай, шиканем! Давай, шиканем! 450 нажмем! Точность атака. Ну давай еще раз, шиканем! Да ладно уже, до конца шикуем! Давай, шикуем! Зря, конечно, но шиканули же! О, давай... Все самоцветы проебал. Так, давай. У нас 5, опять же, да, осталось 5 этих карт. Будем надеяться, что хоть раз там упадет точность, да? Пятая желательно. Но это как бы две точности, четвертая. Но это... О, все, последняя карта и... Куй с маслом. Вот куй с маслом, понимаете? Да, что... Знаете, что-то я о рандоме был более высокого мнения, как говорится. Ну, вот. Но все обосрались. Все ребята обосрались. И главный человек, который обосрался, это, конечно же, я. Но мы не останавливаемся. Видео длится уже 20 минут, и мы сейчас берем и прокачиваем ему судьбу. Во-первых, да? Может быть, мы благодаря Анубису еще кому-то сможем судьбу прокачать, да? Так, да, у нас тут камушки-то закончились.
Ой, значки почета закончились. Что-то меня вообще пугает это. Эта тенденция. Давай его, значит, 6 миллионов значков почета купили. Мы можем себе это позволить. Снаряжение. Так, судьба. Давай продолжаем. Снова это все. Давай покупаем. Так, золото закончилось. Сколько у меня значков почета осталось? У меня 600 тысяч значков почета. Да я вообще... Я король мира. Знаете, я король мира. Ну, а что в этой акции? Фонарики желаний. Надо, походу, было золото заказывать. Я заказал ману. Дурачок. Понимаете? Дурачок. Дальше. Окей. Давай. Судьба. Так. Покупаем. Синий у нас есть. Тут мы используем вот эту штуку. Ну, кто ж мне там все написывает, а? Так, надо уведомление отключить. Опа! И закончилась судьба. Не прошло и, как говорится, полугода. Закончилась, друзья, судьба, судьбинушка моя. Ну, вот. Ладно, ладно, что уж тут поделаешь. А, вообще, я думаю, да, надо основных героев прокачивать на 15 уровень прорыва. Вот, чтобы было потом их, грубо говоря... Легко найти, потому что все эти герои, которые есть, их все равно нужно прокачивать на вторую эволюцию. Вот, там, для силы, там, не для силы. Сарика, он у нас получается, ну, стандартная вообще херь. То есть, абсолютно стандартная история. То есть, он у нас получается 11 умения. Ну, стандартная история для моего аккаунта. Посмотрим, может быть, мы кому-то можем что-то прокачать, но нет, у всех... У всех конкретно проблемы с судьбой, да? Нужно, то есть, этих всех героев эволюционировать, прокачивать. Здесь, опять же, у нас тоже ничего недоступно. Но мы теперь что берем? А, мы идем в нашу локацию, которую мы штурмовали в прошлый раз. И посмотрим, посмотрим, друзья, изменится у нас что-то или нет. Потому что там у вражеских героев... была слишком, ну, урон был слишком большой. Вы понимаете? Был невероятно большой урон. Теперь мы берем сюда, вставляем Анубиса. У нас команда мечты. Так, конечно, да, вы там можете в комментариях писать по поводу хранителя, ко-ко-ко, но пока что мне на него плевать. И попробуем упереться в этого господина Огнекрыла. И Анубис у нас должен... всем понижать урон, и может быть это нас спасет. Вот сейчас и увидим. Ну, не сильно спасает. Да, там Фрэнки уже забрали. Вот, тыкву забрали. Вроде что-то как-то мы успели разогнаться, но мы, посмотрите, мы ущербного огнекрыла не можем вырубить, понимаете? Мы ущербного огнекрыла не можем вырубить, он типа отхиливается, ему вообще похер на все. Типа у него, понимаете... У него все классно. Что надо, блядь, поискать стримы там, где я раньше вот проходил эту локацию. Вообще позарять, как я проходил. Ну, то есть, смотри. Да, то есть, ну, нам грустно. Нам грустно. Надо прокачивать новых героев. Надо прокачивать новых героев. И вообще... Ну, подожди. Что у нас? Зеленую у нас бьет красная, да? То есть, мы можем убрать Трианта. Можно убрать снеговика. Нам нужна красная команда, да? Арес. Арджан. И вот ведьма. Все, у нас типа красная. Посмотрим, изменится что-нибудь или нет. Ну, так как мы все равно всасываем, да, то уже можно как бы попытаться пойти не полениться, а, грубо говоря, с головой. Ну, давай там танчим. Там танчим Фрей. Сейчас уже красная. Не, урон жесткий проходит. Вот, урон жесткий проходит. И что-то мы все равно ничего не можем. Что-то мы все равно ничего не можем. Да, и вот он стоит, а ему как бы пофигу. Ему как бы пофигу. Я думаю, к следующему видосу я основным героем все-таки сделаю 15-й прорыв. Ладно, подожди.
Ну ладно, не суть. Не суть, все нормально будет. Давай попробуем отсюда долбануть. Не знаю. Тыкву одну сюда, вот этих... А, и тыкву убили, ясно, блядь. Вот тут как бы... Понимаешь? Тут как бы... Проблема заключается в том, что... Ну, Феникса с тыквой не самая лучшая идея, да, грубо говоря, выпускать. Он не даст ей нормально разогнаться. Да, ну тут мы что-то как-то разогнались. Феникса выпустили отдельно. Ой, у нас Арес помогает. Смотри, у нас Арес помогает. Тыква нормально разогнать. Ой, да неужели мы выиграем? Да, мы прошли. Слушай, просто нужно было немножко мозг включить. Так, белый у нас бьет зеленый. Ну, давай, ну, как бы мы слабые ребята. Что нам остается? Давай этих убираем. Белый у нас бьет зеленую, значит, нам нужна белая. Ну, это снеговик. Кто у нас там еще белый? Кто у нас белый? А, и вот сейчас, вот. Ну, давай так попробуем, они все равно большинство легкие. Да, тут как бы не должно возникнуть никаких проблем, не знаю, вот сюда выпускаем этого, а тут всех с тыквой выпускаем, пускай тыква разгонится. Включаем ускорение и наблюдаем, как мы тут просто всех в одно место, да? Давай дальше. А, так, ну, здесь тоже, по идее, не должно быть проблем, давай вот так вот, и вот так вот выпускаем всех. Тыква разгонится, у нас все будет хорошо. Если бы у меня еще тыква была с уклонением, ну... Ну да, что-то как-то тут тыква не смогла разогнаться. Мы включаем ускорение. Ну и все равно, конечно же, проходим. Давай следующую. Так, тут я тоже ничего такого супер опасного пока не вижу. Берем, выпускаем Фреечку. Включаем ускорение. Ну и, грубо говоря, всех разматываем. Отлично. А, так, у нас тут, ну, типа, у нас что? У нас красная, у нас должно, типа, у нас красная, да? У нас зеленая, мы, наоборот, тут невыгодным составом идем. Но мне кажется, что здесь тоже вообще далеко на все пофиг. Потому просто идем. То есть уже эти фракции будем подбирать на тех локациях, где у нас не получается пройти. Здесь, конечно, тыкву убили, но проблем, как вы видите, тоже не возникает. Есть. Идем дальше. 26-й. Вот 26-й, походу, сложно, да? Или нет? Ну, а, это вроде не огнекрыло, это просто драконы. Ну, давай вот так вот. И... Ой, блин, и всех не выпустил. Давай тыкву там разгонись хотя бы чуть-чуть перед смертью. Снеговика убили. Вы как могли убить снеговика? Вот еще и тыкву убили. Не, ну... Тут мы справились и некроса сожрали. 27-е, слушай, ну как орешки щелкаются. Я думаю, что надо заканчивать видео, потому что... Ребята, как бы... Ну, ребят, потому что... Ой, у меня там дочь плачет. Тут потому что дочь плачет. О, тут Анубисы, смотри, это плохо. Ох ты, ёпта. Там еще минусуем, да? Ой, что-то тут нас, скажем так, немножко разложили, да? Там что-то ворожей с Фреей пытаются сопротивляться, но толку мало. Вот давайте на это и остановимся. Уже в следующий раз будем ломать голову, как ее пройти. И тем более в следующий раз... Мы кого-нибудь возьмем и прокачаем. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Большущее спасибо тем, кто досмотрел это видео до конца. Пишите, что вы думаете в комментариях. Спасибо за поддержку, лайки. Огромнейшее спасибо тем, кто оформляет спонсорские подписки. Не забываем по ссылочке в описании мой телеграм-канал. Пока.